Мы живем на самом верху, чтобы было приблизительно понятно, где это. Покажу вот. А вот наш балкон. На самом верху. Лили. Ушла. Вот самая высота. Оттуда открывается. Очень красиво. Ярусом, последний ярус под четвертым номером виллы. Ну не виллы, не поймешь, что это, но такие вот домики, очень комфортные по площади и по всему остальному, но сами понимаете, нужно подниматься, ну или заказывать машинку. Деревья в отеле очень большие, старые, летают совы, какие-то еще птицы. Видно аквапарк, он чуть-чуть. Ну, здесь аквапарк маленький. Такой. Чисто чтобы был. Вот мы были в Воге. Лили уже высказала такое мнение, что да, там хорошо. Может быть что-то лучше, что-то новей. Ну, естественно, круче аквапарк. Но здесь однозначно красивее. Намного красивее. Какая-то такая атмосфера, что очень прямо. Вот автобусная остановка. Каждые 20 минут курсирует такой маленький автобусик, шаттл, ну, где помещается человек 10 точно. Ну, это для тех, кто не может ходить или не хочет. Потому что, если честно, мы вчера прошли, ну, прошли 11 километров, это немного, но получилось этажей 35. А это уже прилично. Вот один из ля-карт ресторанов. Все работают вечером. По предварительной все ля-карты платные. Вот на самом верху, там видно, это откуда я пришел. Ощутите высоту. Аквапарк такой чисто символический. Для маленьких детишек. Взрослым здесь, конечно, делать нечего. Так, чтобы немного могли отвлечься. Ну тут, чтобы построить большой конкретный аквапарк, просто нет территории. Тут нужно выделять отдельное целое место. Поэтому... имейте в виду, что если захотите сильно поразвлекаться в аква, тут такого нет.
большой огородик. Не знаю, что растет. Ну, что-то растет. Не, это был не леокард, это какой-то бар. Чтобы знать все бары, нужно ходить вечером. Это для вечерних развлечений, потому что вот сцена, столики. Стойка диджея, наверное. Да, и там есть какой-то бар. Даже стоят газовые горелки. Если холодно, включают. Летом-то вряд ли холодно. Мы находимся здесь весной. Ну, для меня хорошо. Кому-то, наверное, прохладно. Бассейнов здесь, в общем-то, один. Ну, вот этот вот. Один для водного пола. Он же переходит там в обычный для отдыха. Но здесь такая длинная протяженность пляжа, что просто не нужно. Также есть бассейн спа. Спа у нас пойдет отдельным видео. А в общем-то места вполне достаточно. Спасатель даже есть. Уже виден ресторан. Очень хорошая веранда, прям на улице можно покушать. Птиц здесь, конечно, всевозможных. Там и там летают и прыгают, и в деревьях прячутся. Там наверху находятся виллы. У них свой пляж. Не знаю, возможно, даже свой ресторан. Это главное здание. Здание со стороны моря и бассейна. Там лобби. Наверху можно посидеть с этой стороны. И вот стой. Вид везде прекрасный. Хочешь сегодня в доктора поиграть? Так зло. Еще одна остановка на другом уровне.
курсирует и может подвести вас до моря. Да, весь отель в таких вот спусках, подъемах. Короче, нет опасности, если мы сожрешь. Ну, то есть, когда вы покушали, идите домой пешком. Иначе... А покушать здесь есть что. Да. О, спортивные площадочки. Это что, у нас теннис или что это? Или что это такое? Нет, вон футбол, по-моему, да? Ворота стоят. Да, это теннис. Волейбол. Теннис, волейбол. Внизу там пляжный волейбол. Амфитеатр. Вот сколько. Это маленькие оливки, которые осенью превратятся в большие. Дерево вкусно пахнет. Не знаю, что это цветок. Какой же? Жасмин же белый. Еще оливки. Сосны. Воздух здесь прекрасный. Чистый, значит. Не то, что в Москве. Вот, подошли к амфитеатру. Тут в амфитеатре сидеть, смотреть не на амфитеатр, вон, а на море можно. Лиственница? Или что это? Нет, это какая-то туя, что ли, такая. Похоже, разновидность. Осторожно. Вот, вышли с другой стороны отеля. Вон где аж главное здание. Да, территория самая то прогуляться после ужина. Да и после обеда. Да и после завтрака. Сзади амфитеатра тоже имеется свое, видимо, кафе. Сейчас закрыто пока. Что в отеле вообще сегодня какая-то активность. Видимо, готовится к открытию сезона. Возможно, оно будет даже сегодня или завтра. Потому что много начальства. Все ходят, все проверяют. Да, вид здесь везде. С любого места просто. Птички поют. Опять какой-то бар. Или а-ля карт. Они тут кругом.
Да, видимо, какой-то а-ля карт. Они работают только вечером. А сейчас... закрыто. Тоже какой-то... похоже на кальянную что-то. Да, видимо, это кальянная. Тоже открывается вечером. Живописно. Если не живописно. Все-таки этот регион Бодрум, Мармарис, это не Анталия. Поездишь, поедешь в Анталию и все равно сюда. И прям как вообще в другой мир попадаешь. А, вот что тут, тут вход. Да, это ля карт ресторан. Рыбный, наверное. Да, это Лиля пропала. Водопадик включается здесь вечерком. Могу я сказать точно одно, что никакие фото, никакие видео, они все равно не передадут вот этой всей атмосферы, красоты, никак. Нужно обязательно посетить, поехать, почувствовать. У тебя скоро свой видеоблог будет, да? Вот они так, конкуренты-то и появляются. Территория вилл. Это виллы. Пока на них никто не проживает. Да, здесь отовсюду вид шикарный. И локация. Прикольно, здесь ступеньки кривые под наклоном. Вилла Гордения.
пляж Клеопатра. Этот пляж для вилл. Песочек. Будто соль насыпана. У них свой бар. Свой пирс. Вид на Paramount. Да, красиво. Здесь можно насыпать песок и не бояться, что его смоет. Балийские домики. Соль насыпанная или сахар. Такое впечатление. Ну да, белый песок не нагревается. Все красивенько, аккуратненько, тихо. В отеле имеется свой остров. Смотрите, какая прозрачная, шикарная водичка. Все-таки бухты дают свои плюсы. Это почти полное отсутствие волн. На этом острове проходят мероприятия, праздничные ужины, бывает. Также стоят балийские домики, которые за определенную плату можно арендовать. Фонтан на острове. К сожалению, он сейчас не включен. Но все равно это красиво. Вообще Бодрум очень красивое место. Наши туристы, как правило, привыкли ездить на Анталийское побережье. Но разница огромна. В следующий раз мы хотим посетить вот этот отель. Мы даже хотели попасть в него сейчас, но, к сожалению, на это время, когда он открывается, The Bodrum by Paramount, у нас уже был куплен тур в другой отель, которого, кстати, в самое ближайшее время тоже увидите. Сова где-то кричит. Продолжаем прогулку по острову. Все
Сегодня вот люди арендуют домики. Знали мы, к сожалению, сколько он стоит. Но обычно не меньше сотни. Парамаунт, чудесный мостик. Можно спуститься к водичке. Сегодня все домики заняты? Да. На выходной народу прибыло побольше, поэтому мостик не починили еще. Упущение. Даже везде, видишь, ливневка проложена по бокам. Предусмотрено все. Все ухожено. Все подстригается. Красиво, потому что деревья старые, большие. В основном оливы и сосны. Дорожка ведет просто на другой край острова. Лиля прячется все время за мной. Не хочет снимать сегодня видео. Вилла с воротами стоит. Тоже занят или нет? Занят? Это да, этот занят. А, занят? Ладно, тогда не пойдем. О, кто-то крадется. Животное какое-то. А, это ж кошка. Оно под тигром раскрашено, смотри. Красивое. Там что, никто не живет? Нет. Откуда-то дорожка ведет к электрической будке. Фонарики. Вечером они горят. Кстати, здесь вечером вот там есть лавочки. Очень прикольно, можно сесть и посмотреть закат. Блин, травка как на гольф-поле прям. Это дерево желаний. Это и есть дерево желаний. Еще никто в этом году ничего не повесил. Да, сюда. Нет, сюда нужно положить свою записочку. А что? Ну это дерево желаний. Надо ли
написать что-нибудь. Типа там, как насчет миллиона долларов там или что-нибудь такое, да? О, хорошо, отсюда видно Paramount. Мы обязательно съездим в этот отель. Просто что-то в этом году мы немножко погорячились. Ну, может, и не погорячились, потому что открою тайну, что 16 мая мы опять улетаем в другой отель, в другое место, тоже в Турции, не Анталийское побережье. Отель 100% шикарный. Я думаю, всем вам понравится. Paramount хорош. Это крокодил, да. Приближай, иди ты приближай. А на голову прям поднимаем. А здесь, смотри, волны посильней. У нас таких волн нету. Волны эти, потому что мотоциклы ездят по воде. Ну, также на этой территории устраиваются праздничные ужины. Здесь выставляют столы, накрывают, все красиво, играет музыка. Можно, в принципе, спуститься туда по камушку. Да, может, тут такой крокодил может кусить. Горшочки для мусора, все. Взрослым. Да, здесь прекрасно закат наблюдать. Такой скалистый бережок с этой стороны. Да, он повыше здесь, видишь? Потому что там практически заходишь и сразу. А здесь такие скалы. Вон, вон, да, крокодил побежал. Здоровые. Потому что камни. Неловленные. Где? Мне интересно, там эскалаторы есть или спускаться как? Вот тут же есть эскалаторы. У нас не, ну вот там сверху он вылен. Хотя да, мы также живем. Короче, для спортсменов все. Хотя там тоже же есть машинки и можно доехать. Ничего страшного. Это что такое, дерево или трава? Это трава. А, это которые трубки. Блин, все равно такой лес, смотри. Ну, везде мусорки стоят. Ну, нормально.
Все отслеживается. Видно белый песочек пляжа. Тут даже ежики могут жить. Наверняка, да? Так, а эти виллы заняты, посовые домики заняты. Пошли сходим. Пойдем. Просто зайдем. Да, красиво, конечно. Вообще, по-моему, на всем Анталийском побережье есть только один отель, где роскошный сад. Когда-то он считался премиум, но потом подзапустился. Называется он Starlight Hotel. Находится в Сиде Кизилагач. Когда-то он был просто роскошным, но потом... Территория осталась, да, там просто тоже сад, сплошной сад, там растет все. Апельсины, лимоны, гранаты, грейпфрут, лаймы, виноград, все есть. Так, спустимся в домик. Ну, зайдем, посмотрим. Что тут будет? Вот будет холодильник, двуспальная кроватка, табуретки, стол, стульчик. Это что такое? Шкаф. Да, просто какой-то шкаф. Здесь тоже пару стульчиков. Не, ну да, положат матрасы, конечно, эти мягкие. Тоже спуск к воде. Вот, в общем-то, постарались обойти, конечно, всю территорию. Ну, наверное, обошли практически все. Ну, смотрите сами. Вот начало. Все на горах. Там это все территория Риксос. Вот, вот. До самого края. Там, где амфитеатр. Это все территория Риксос. Она многоярусная. И очень красивая. Если видели какой-нибудь отель получше этого, напишите нам. Мы тоже постараемся туда съездить. Неужели мы сели на маршрутку? Первый раз идем, а она стоит. Да. Это вообще удивительно. О, классно гоняет, быстро. Что-то фонарики не горят. Конечно, за одну минуту доехали. 5 этажей.
Здравствуйте, мы уже дома. Вот это номер. Вот это класс. Next one? Нет, дальше. Дальше. Thank you very much. You're welcome, sir. Good night. Bye. Bye-bye. Вот мы и прокатились на автобусе. Да, то думали, что хоть что-то не успели. Ну, как успели, все. И на автобусе тоже.